Пустишь, нет? Заходи скорей. Ой, что случилось? Что случилось? То случилось. Сейчас. Случилось. Наливал. Лил. Ничего, главное. Не скажешь, пока 7 бутылок. 10 не выпил. А он, может, одну от силы. Пьяный. Пьяный Жуков, да? Пьяный. А чё грязный такой? Машину вон из грязи вытаскивал, немножко протрезвел. Сейчас опять пить буду водку. Русскую водку дай. Водки. Русской водки побольше. Давай. Русский. Подожди, я сам, Лид. Если я сам. Ой, это я. Я вижу, впрочем, по русскому стрелку до войны. Кросс. Сейчас. 3 километра бегал. Сейчас, подожди. Никто главнокомандующего не обогнал. Собственно, не очень старались. Боялись меня даже. Да. Я их погонял, этих жирных начфинов. Всех. Всех. На турник, на коня готовься. Угу. К труду и обороне. Я еще смогу. Хочешь? Куда? 10 раз подтянуться. Хочешь? Где у тебя 10 раз подтянуться? Негде. Отжаться могу 10 раз. Не надо. Отожмусь 10 раз. Не хочешь? Не надо. А то смотри. Смотри. Ой. Ой. А на Дальнем Востоке фору на турнике давал всем. Где Дальний Восток? Там. Ты мое солнышко. Нет, солнышко я не могу, конечно. Пистолетик? Осторожно, колено. Пистолетик? Не надо. Вознести бутылок этого грузинского пойла. А, ладно. Лид, давай серьезно. Поговорим. Сталин вызывал. Лично хотел показать, где мое место. А я, дурак, все понять не могу. Сын сапожника. Внук крепостного. После этого дружбе нашей, мне кажется, конец. Ты меня прости. Втянул я тебя в историю. Молоденького тебя офицерика. Надо. Прости меня. Прости. По Москве слухи ходят. Неспокойно, понимаешь? Оглядываются все. Недавно был у меня. Ну, ты понимаешь? Ну, давай. Давай. Ну, вот. Он мне и говорит. Тихо. Помидорчики у тебя знатные. Mm-hmm. Шурка, просто знатные. Ну что? Он мне говорит. Уезжай, говорит, отсюда подальше. На гастроли, чтобы на время забыли. Так что сужается круг, Шурочка, вокруг Георгия, сужается. Слушай, а кто это сказал-то? Он кто? Вот этот вот. Поклонник кто? Поклонник. Ты думаешь, что я за Крюкова из-за монастыря шла? За мной такие кобели табанами бегали. Ну давай, Все, есть, все. Себе давай в генштаб позвоним, может, он там? Шур, ну что так смотришь? Ну, ну ты же сама сказала, он домой вернулся. Вернулся и развернулся. Давай, ну, давай. О! Георгий. Георгий, а мы тебя заждались. Лида пришла. Давай, садись, ужинать будем. Правильно, Шур. Садись. Давайте. Ужинать будем. Ну, Лид, чё ты на меня так смотришь-то?
где? Георгий Константинович, ну мы же волнуемся. Тебя почти сутки дома не было. Лид, давно хотел тебе сказать, не лезь, а? Шурка-то знает, что ты у нее был. Не лезь. Жор, ну как не лезь? Ну как не лезь? Прости, ну... Не прощу, Лид. Поссоримся ведь. Мы в генеральный штаб собирались звонить. Пилихин тебя разыскивает. Ну не дай бог с тобой, что случилось. Время-то какое. Новиков арестован. А? Откуда знаешь? Ну я не последний человек в Москве. Имею знакомых. Не болтай, подумай о этих знакомых. Жор, ну что будет-то? Он же к тебе присматривается, Жор. Поешь хорошо, а болтаешь глупости. Не лезь куда не следует. И не болтай, о чем не знаешь. Надо обратиться к Сталину, наверняка он не знает об аресте. Все он знает. Новикова из-за Васьки взяли. Генерала Васьки не дал. Еще раз говорю, не твоего ума это дело. А моего ума дело где-то целые сутки пропадал. Неужели у Сталина? Хочешь знать, был я у нее или нет? Был. Потому что дорога она мне, как и Шурка, как и дети дороги, как ты, дорога, как и Крюков. Так что сейчас не надо сюда ездить. Но это знаешь. Знаю. И Крюкову скажи, чтоб не звонил сюда. Вообще, поезжайте куда-нибудь подальше. Куда-нибудь от Москвы. Я устал, спать хочу. Жор. Я сказал, сюда нос не показывать. Ой, держись от меня подальше. Все. А что кричать-то? Да вон, Георгий говорит, чтобы не ходила я больше к вам, и мужа своего сюда не водила. Ну, раз Жуков говорит, что так надо, значит, надо. Он лучше знает. А, вон оно как. Ну, ладно. Спасибо на добром слове. Прощайте, люди добрые. Спасибо. Лид, подожди. Ну, ты же сама все понимаешь. Ну, все, хватит. Не бежите. Устала я от вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я на минутку. Пройдемте. Проходите, пожалуйста. Георгий Константинович вам не звонил? Да, звонил. Он сказал, что вы приедете, только не сказал, зачем. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот путевка. Вы едете отдыхать срочно. В Сочи вас встретят. Поезд сегодня вечером, Лидия Владимировна. На вокзал вас отвезут. А здесь на два лица. Георгий Константинович поедет со мной? Поселитесь в Центральном доме отдыха Министерства обороны. Ясно. Вы орденоносец, имеете право. Потом вас отвезут в Гагры, там объяснят. И еще. Георгий Константинович просил никому не говорить. Я понимаю, понимаю. А он приедет в Гагры? Вот это в дорогу. У вас отдельное купе. В дороге тоже не надо ни с кем особо. Вы понимаете? Да, понимаю. А Георгий Константинович приедет в Гагры? Он не приедет, Лидия Владимировна. Неужели непонятно? До свидания. Счастливого вам отдыха. Товарищ Сёночкин? Да. Оружие при вас? Нет. Следуйте за мной. Прошу. Thank you.
Александра Дивина. Здравствуйте. Это Захарова. Лида Захарова. Лидия Владимировна. Здравствуйте. Чем обязана? Какими судьбами? Простите, пожалуйста. Позовите Георгия Константиновича к телефону срочно. Слушайте, вы что, совсем обнаглели? Может, мне еще к вам приехать, полы помыть, прошмандовки? Я не прошмандовка вам. Передайте ему, что арестован его адъютант. Арестован адъютант Георгия Константиновича, товарищ Семочкин. Александра Дивина, передайте Георгию Константиновичу. Алло. Алло. Лидия Владимировна, а чего это вы двери не закрываете? Двери надо закрывать. Лид, ну все. Лида, тихо, присядь. Вот, так вот, тихо. Ну. Ну все, успокойся. Давай-ка мы с тобой соберемся сейчас, да? И поедем. Давай? Да. Давай. Поедем. А куда? Куда? Лид, ну не на юг. В другое место надо ехать. В другое. Лида. Лида. Лида, подожди, послушай меня. Нет! Лида, пожалуйста, нет. Открой дверь и выслушай меня. Нет, Иван, нет. Лида, пожалуйста, открой нет. дверь. Лида. Нет. Я тебя прошу, открой дверь. Нет, Иван, уходи. Хорошо, послушай, выслушай меня. Мы нет. сколько с тобой знакомы? Нет. 3 года. Я за это время хоть раз зла пожелал тебе или нет? Нет. Уходи. А почему? Да потому что я люблю Георгия. И уважаю его, может быть, больше, чем себе. Ой. Лида, я к нему представлен. Для того, чтобы у него все было хорошо. Для того, чтобы у тебя все было хорошо. Для того, чтобы у Александры Дивны все было хорошо. Лида, открой дверь, я сказал. Жор, вставай. Что? Захарова твоя звонила. Что случилось? Семочкина арестовали. Я говорила, что вот эта вот тайная жизнь до добра не доведет. Нет никакой тайной жизни. Все, что делала, всех на виду. Ни от кого не прячься. Бучин! Бучин! Что? Бучин! Что? А? Возьми детей и ее в темную комнату. Гости у нас. Есть. Кто такие? Товарищ Жуков, обыск. Ордер есть? У нас все есть. Все по закону. Ночью по закону предупреждаю. Стреляю на поражение. Как минимум 2 с собой заберу. Пошли вон, собаки. Уходим. Лида, ну неужели ты подведешь Георгия Константиновича и без того в сложное время? Георгий Константинович хочет этого ребенка. Он мечтает о сыне. Я знаю. Успокойся, знаю. Лидочка, давай-ка. Ну, все. Давай, садись, выпей воды и успокойся. Давай. Давай. Ну, давай.
так. Он не простит тебя. Он не простит вам. Лида. Хорошо. Вот. На. Полюбуйся. Это какая-то повестка. Это ордер. Ордер на другое лицо. Лида. Лида, послушай меня. Да неужели ты не понимаешь, что у меня приказ? У меня есть приказ. Сопроводить тебя по месту жительства, а сюда прописать других людей. Георгий Константинович знает об этом? Георгий Константинович ничего не знает. И знать не должен. Услышь меня. Над Георгием сейчас сгустились тучи. И мы его с тобой в эти дела посвящать не будем. Я ведь не пугать тебя сюда пришел. Я пришел помочь. Помочь? Да. Убив моего ребенка? Я пришел сюда помочь остаться в живых тебе, ему и себе заодно. Неправда. Ну, хорошо. Вот еще одна бумажка. И в этой бумажке уже не я тебя запугиваю. Что это? Это ордер на твой арест. Я тебя прошу, давай мы сделаем все, как я тебе говорю, и всем будет хорошо. Я буду тебя защищать, я буду Георгия защищать, но пойми ты, в этой ситуации я не все могу сделать. Мне нужно позвонить Георгию Константиновичу. Лида, послушай меня. Лида, послушай меня! Точно такая же бумажка. Выписана на его фамилию. Я ее видел своими собственными глазами. Жуков на проводе. Со Сталина соедините. Выбирай. Поехали. Я не могу. Лида, ну я тебя прошу, поехали. Я не могу. У меня срок. Да. Мне врач сказал, что у меня никогда не будет детей. Я не могу этого сделать. Лида! 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 Лида, ну... Ну, Лидочка, ну, давай. Ну-ну-ну. Лида. Иосиф Виссарионович. Да? Ко мне тут пытались вторгнуться. С незаконным обыском. Ночью? Может, это обыкновенные воры? Да нет, Иосиф Виссарионович. Говорят, у них был ордер на обыск. А чего мне искать-то? Это вы у меня спрашиваете? У меня из личных вещей. Трубка, китель, солдатское одеяло. А мне никто с обыском не приходит, сколько не прошу. Значит, есть что брать. Есть. Много скарба навезли из Германии. А? Товарищ Сталин. Ладно, разберемся. Спите спокойно, товарищ Жуков. Скоро ваше персональное дело будем разбирать. Подкрепитесь, подготовьтесь. Какое дело? Когда, где? Так они и пришли, чтобы сказать, где. А вы выгнали их. Недружелюбно поступили опять. Ладно, вам надо выспаться и крепко подумать, что отвечать на заседании. До свидания. Это показания? Дерьмо это, а не показания. Мы работаем, товарищ Сталин. Ладно, иди. Новиков даст показания, товарищ Сталин. Это теперь уже дело чести.
Голову подними. Подними голову! На меня смотреть, засранец! Самому не надоело. Пятый день одно и то же. Не считать начал, это хорошо. Скоро со счета собьешься. Мы же тут с вами целый месяц кочевряжемся. Я думаю, маршал авиации не так часто сидят на вашем стуле. Да какой ты маршал? Ты так говнюк. Это ты на воле был маршалом, когда заговоры готовил. А здесь ты просто кусок дерьма на лопате. Что тебе Жуков еще говорил? Когда? Он много мне что говорил. Слушай, ты меня не зли. Когда? Да когда вы товарища Сталина поносили. Сначала про сына его Василия, потом про Сталина, что он армию развалил, страну довел. А потом к Телегину поехали и составили антигосударственный заговор против ВКПБ и правительства. Мы знаем, мы все знаем. Чепуха, бред. Никогда этого не было. Заткнись, дурак. Мы вас уже целый год слушаем. Все ваши слова. С какой бабой заснул, с какой бабой проснулся. И товарищ Бакумов тоже все знает. Веселая у вас жизнь. Слушай, дай послушать, а? Не умничай, подонок! Ты хотел стрелять в товарища Сталина. Я ничего не слышу, а. Ты хотел стрелять в товарища Сталина. Я ничего не слышу. Ты хотел стрелять в товарища Сталина! Я не хотел! Я уже это говорил. И товарищ Жуков меня об этом не просил. Я ничего не слышу. Что там, опять что-то случилось? Нет, все в порядке. Девочки спят, все хорошо. Я, Жур, поговорить хочу. Говори, а то я сплю на ходу. Жур, мы не нужны ему больше. Война нас спасла. Если бы и не война, то в лагерях бы сгнили. Ну все. Война кончилась. Одна закончилась, другая вот-вот начнется. Мы для Запада как кость в горле. Так вот, если начнется, он вас опять из лагерей достанет. И будете служить ему. Мы всегда служили своему народу. И партии. И ему. Потому что он возглавляет партию и ведет народ. Но сейчас вы ему не нужны. Какая у вас сила, посмотри. Вас народ любит. Сила, любовь. Он, ты что думаешь, этого не видит? Спасибо. Пожалуйста. Что же мне делать-то? Стреляться? Не буду. Я внук крепостного. Благородство не играю. Ты просто смирись. Покажи ему, что он хозяин, и все. Мне не нужна власть, не нужна слава. А что тебе нужно? Работа. Я боевой офицер. Армия – моя жизнь. Мне больно смотреть, как дилетанты ее разрушают. Сердце кровью обливается. Ты хоть понимаешь? У меня сейчас прочитаешь эту бумагу и сейчас же подпишешь. Я смерти не боюсь.
товарищ не хотел. Но я хочу тебе сказать, как герой Советского Союза. Да у меня больше боевых вылетов, чем ты провел допросов. Какой ты герой Советского Союза? Фу! Сняли с себя и героя Советского Союза, и ордена, и звания. Все сняли. Ты рядовой забыл, что ли? Ты из параши пил уже. Пил из параши! Бумагу эту ты у меня сейчас прочтешь и подпишешь. Вникай. Бракованные самолеты принимал с завода. В результате аварии и гибель экипажей. У тебя сколько образований-то, а? Три класса и коридор, да ты истребитель видел живой. Понимаешь, что без бензопровода двигатель-то не работает. Да мне это и знать не нужно. Это тебе, вредителю, нужно знать. Поднял. Или хочешь, чтобы я Василия позвал, чтобы он тебя опять отделал? Доказательства гибели летчиков по халатности. И не один раз. Ну какая, какая организация? Ну как же мы победили фашистов с бракованными самолетами? Ты понимаешь, что ты мне тут суешь? Стоять! Вася! Вася, быстрее! Отдай! Ну стой! Вот. Ну давай, вставай! Оставь это дерьмо. Пусть здесь пока лежит. Столовая открыта. Это, я вам твои котлеты и макароны принес. Слышишь? Котлеты и макароны! Сегодня заседание Высшего военного совета. Буду разбирать мое персональное дело. Ты помнишь, что я тебя просил, да? Пожалуйста, смирись. Хорошо? Христом Богом прошу. Ты кайся. Просто смирись и кайся. Пожалуйста, если ты себя не жалеешь, то хотя бы нас пожалей. Детей, меня. Захарова, в конце концов, свою пожалей. Ее это тоже коснется, если уже не коснулось. Здравия желаю, товарищ Сталин. Это по Новикову. Иосиф Виссарионович, все в порядке. Товарищи офицеры! Товарищ Тименко, прочитайте нам, пожалуйста, эти документы. Садитесь. Товарищи офицеры! Я, бывший командующий ВВС Советской Армии, главный маршал авиации Новиков, доношу до сведений партии и правительства и лично товарища Сталина ниже следующие факты недостойного и вредного поведения со стороны маршала Жукова по отношению к правительству и Верховному Главнокомандованию. Thank you.
Пропускай. Остановись. В течение многих лет маршал Жуков, несмотря на созданное ему правительством и верховным главнокомандованием высокое положение, считал себя обиженным, выражал недовольство решениями правительства и враждебно отзывался среди подчиненных лиц. Маршал Жуков, утеряв всякую скромность и будучи увлечен чувством личной амбиции, считал, что его заслуги недостаточно оценены, приписывая при этом себе в разговорах с подчиненными разработку и проведение всех основных операций Великой Отечественной войны, включая те операции, к которым он не имел никакого отношения. Жуков ведет вредную, обособленную линию, то есть сколачивает людей вокруг себя, приближает их к себе и делает вид, что для них он является добрым дядей. Таким человеком у Жукова был и я, а также Серов. Жуков был ко мне очень хорошо расположен, и я, в свою очередь, угодничал перед ним. Кушай, Костя. А мы с папой водки выпьем. Выпьем, Георгий? Ну уж я тебе тоже налью, чтоб ты мог с нами тост поднять. За товарища Сталина. Костя меня последнее время расстраивает. Ты бы говорил бы с ним. Хорошо? Что-то вы у меня молчуны оба. Вон один молчун, и вот второй. Thank you.
танцевать будем. Зазнайство не так опасно. Опасно перерождение личности. Яканье в среде высшего командного состава стало формой поведения. Последнее время это антигосударственное явление можно охарактеризовать так. Мы воевали, а вы в тылу сидели. Мы герои, а вы тыловые крысы. Мы кровь проливали, а вы и так далее. Напоминаю подобным товарищам. Победа ковалась всем советским народом. И не только на фронтах. И не только бравыми маршалами-орденоносцами, а доменщиками, шахтерами, фрезеровщиками, колхозниками. Все советские люди совершали каждодневный подвиг. И подвиг, Георгий Константинович, не меньше, чем ваш. А порою, может быть, даже и больший. Thank you.
Это я. Она пыталась покончить с собой. Вены вскрыла! Скорую сюда, быстро, из ближайшей больницы! Быстро! Сука! Я тебе сдохнуть не дам. Ты у меня жить будешь. Зазнайство, неспособность к диалогу, к самооценке. Мы, товарищи, об этом уже все знаем. Жуков фактически никогда не дослушал ни один доклад до конца. Он всегда все знал. Высказывать возражение Георгию Константиновичу означало наткнуться на личную неприязнь. Как работать, если правду сказать нельзя? Можно нарваться на хамство, на грубость. А то почище еще можно зуботычину получить. Поймите, товарищ Жуков, я не в качестве личной мести, а с целью восстановить справедливость, потому что это полное недопонимание друг друга. А с чего началось, Филипп Иванович, это недопонимание? Вам напомнить, как вы лично с товарищем Мехлисом? Вам пока еще слова никто не давал, товарищ Жуков. Проходите скорее на ванной. А где ванна-то? В двери налево. Быстрее, быстрее. Что она? Жить будет. Вы с нами? Да. Разрешите мне. Товарищ Сталин, товарищи, я знаю товарища Жукова многие годы. Это мой друг. Будучи в конце войны соседом по фронту, в частности, во время Берлинской операции, я неоднократно сталкивался с диктаторскими замашками товарища Жукова. Спорить порою было просто бесполезно. Если Жуков решил, что будет так, значит, никак больше не будет. Махнешь рукой и... Конечно, неприятно, когда наорут. Особенно при штабных. Но в войне-то мы победили. Врага разгромили. Что же теперь ворошить прошлое? Да, сейчас везде, во всех газетах пишут: «Жуков спас Отечество». Жуков приехал в Сталинград, и все пошло как по маслу. Жуков приехал в Ленинград и спас ситуацию. Конечно, тем товарищам, которые вместе ковали победу, обидно это слышать. Как будто их и не было там.
Поэтому считаю необходимым указать товарищу Жукову на его зазнайство, особенно в присваивании чужих заслуг. Холодной водой перевязанный вен – это очень эффективно, но только совершенно безжалостно. Страшно подумать, что испытывал организм, который таким образом возвращали к жизни. Моя задача – не допустить, чтобы она умерла. Моя тоже. Карту Нечаева дай. Сейчас. Вот, возьмите. Вы будете делать операцию? Да, я. Эта женщина беременна. Отсюда она должна выйти уже чистой. Понимаете? Если вы имеете в виду аборт, то она наблюдалась у гинеколога? Да. И, наверное, дала согласие на операцию. Так вот, пусть тот врач делает ей аборт. Хорошо. Сколько продлится операция? У вас есть время. Я доложу о вашем отказе. Где у вас телефон? Телефон у нас только для медперсонала. У вас что, давление? Автомат на улице, за углом. Товарищ Сталин, разрешите? Я вот что хотел сказать. Конечно же, у Георгия Константиновича есть недостатки. А у кого их нет? И у меня они есть, и у присутствующих здесь товарищей тоже. Считаю письмо маршала Новикова сфабрикованной фальшивкой. Я знаю Сан Саныча много лет, лично. Я не могу поверить в то, что это он написал. Считаю, надо разобраться. Иначе так можно любого из нас взять и попросить написать вот такое письмо. О каком зазнайстве идет речь? Лично я неоднократно видел, и любой тут может подтвердить, Жуков является душой высшего командного состава. И на передовой, когда приезжали артисты, и после победы он неоднократно приглашался на дни рождения, брал гармонь и вместе с нашей прославленной Руслановой пел как простой мужик. И на фронте, если застревала машина, он пересаживался на броню танка и ехал вместе с рядовым составом на броне. И солдатики видели, вот он Жуков под пулями. Вот он, Жуков, вместе с нами. А что такое проехать 30 километров на броне? Кто ездил, тот знает. А кто не знает, пусть послушает. Я не понимаю, за что его здесь судят. За характер? Так если судить за характер, мы бы войну проиграли, как бесхарактерные неумехи. Замолчите все! А что вы, товарищ Жуков, нам скажете в свое оправдание?